Спасенного в Дагестане льва по кличке Симба отправили в реабилитационный центр в Танзанию. В прошлом году 8-месячный львенок был ранен. К счастью, животному оказали помощь и отвезли в центр реабилитации «Спаси меня» в Челябинске. А потом решили отправить Симбу на родину в Африку. С наступлением осенних вот этих холодных ночей я уже замечаю, что он опять начал хромать. Опять плохой аппетит, опять какие-то болевые ощущения. Ну, представьте, как ему комфортно в нашей, да, уральской погоде, и закрывать животное на 4-5 месяцев, когда холодно в помещении, и создавать тепло каким-то там пушкиным обогревателем, это неправильно. Я это считаю, что не есть хорошо. Поэтому решение, что африканское животное должно жить в Африке, тем более, если он имеет инвалидность, это самое правильное решение. В реабилитационном центре в Танзании для Симбы уже подготовили комфортный вольер с большой территорией. За адаптацией льва будут круглосуточно наблюдать специалисты.